Практическая психология. Здравствуйте, это программа «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня мы говорим, как с пользой провести вынужденные каникулы с детьми в современной реальности. И раскрыть эту тему я пригласила кандидата психологических наук Королёву Оксану Леонидовну. Оксана Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаю, что детей вы любите, вы изучаете их со всех сторон и уже много-много-много лет. Я, наверное, не изучаю, я живу с ними. Вы уже даже живете с ними. Вот сейчас родители скажут, а вот мы все время изучаем их. Ну да, да. Большинство родителей сейчас отовсюду, и в социальных сетях, и в личных встречах говорят, мы были не готовы к тому, что детей высадят, во-первых, на преждевременные каникулы, во-вторых, о том, что они будут все время висеть на нас, да, ну, в зависимости от возраста, конечно. Даже если у вас взрослые дети, родители, тем не менее, обеспокоены тем, что очень много свободного времени, и чем бы занять вот этих самых детей, независимо от возраста. Мы сегодня с вами попробуем раскрыть эту тему. Вообще, в обязанности родителей входит функция развития ребенка. Я думаю, что тут спорить со мной никто не будет, или будете спорить? Да нет, вы, конечно, правы, но в самом начале мне уже хотелось сказать вот о том, что родители озабочены тем, как бы занять ребенка, да? Угу. Вот вы понимаете, еще лет на 12 назад, да, никто не думал, как занять ребенка, правда? Угу. Ребенок сам по себе занимался, но не просто сам по себе занимался, его ведь к этому приучали, да? И вот этот момент, он стал искусственным у нас. Mm. Занять ребенка, научить ребенка, отвезти в студию и так далее. И случилась ситуация, когда такая безысходность. А что делать дальше? Нет тети, которая рядом может занять этого ребенка, так или нет? Ну, кстати, правильно срабатывает. Mm. А как было раньше? Расскажите. Раньше? Насколько раньше? Если раньше, то я чувствую себя старой перечницей, знаете, да? Ну, вы знаете, вот я всегда студентам привожу пример, как играла со мной бабушка, да, когда я была ребенком. Вы знаете, что дети днем вот сразу перешли на дошкольников, А детей надо положить спать, чтобы они отдохнули. И дети это очень не любят, правда? Конечно. И вот моя бабушка всегда играла со мной. Она как? Она ложилась рядом и говорила, а жили мы на Украине, и вот она говорила, ну, давай, мы с тобой отправимся в путешествие в Челябинск. Она сама из Челябинска. Угу. И я думала, ну, отправимся, значит, быстренько оделись, взяли деньги, поехали. А все не так просто. Значит, эта игра длилась у нас на протяжении года. И вот буквально вот дня два назад, перебирая старые вещи, я нашла атлас, по которому мы путешествовали, да? То есть изначально бабушка говорила, погоди, надо продумать маршрут. Мы брали старый атлас и прокладывали карандашом, знаете, вот страничку там с Республики Украина в Россию, да. Пока прокладывали, ребенок уснул. Так. Проснулась, а когда? Ну, сейчас уже некогда идти, давай завтра. Завтра опять легли, на завтра. И вот, понимаете, так вот путешествовали. Самое интересное, тут не только путешествовали, да, тут давались знания. Во-первых, работа с картой, да. Мне рассказали о том, а что надо брать с собой. Я говорю, ну, уже все готово, вот путь готов. Она говорит, нет, надо мешочки шить. А зачем мешочки? Крупу с собой возьмем. А зачем крупа? А зачем? Ах, ты что будешь есть? Не везде, вот, говорит, есть магазины. Да, где-то надо кашу сварить. Ну, давай подбираем ткань, опять уснул ребенок, да? И так долго. И причем рассказывались не только какие-то знания давались относительно окружающей среды, быта, да, а взаимоотношений. А ты встретишься с другими людьми, надо научиться здороваться, да? Ну и вот так приятно и с полезным с ребенком играли. И здорово. Вот говоря о маленьких детях, например, я думаю, что мы можем перейти, да? Угу. Не надо малышей специально обучать, покупать много игр, да, игрушек. Вот знаете, обыденная вещь. Вы рисуете, допустим, кастрюлю, да, и вокруг этой кастрюли начинается действие. Что бы вы могли предложить с этой кастрюлей сделать, например? Ну, во-первых, посмотри, как она звучит. Да. Да, я бы в нее начала кидать всевозможные предметы. Угу. Да, мне бы, конечно, сказали, ах, если это кастрюля из там чего-то, то можно отбить там, да. Угу. Но я бы не побоялась этого сделать. Ну вот, угу. А тут можно ведь просто, смотрите, это кастрюля, на которой замешано много профессий. Во-первых, люди, которые делали сплав для этой кастрюли, угу. Да, сталевары, предположим, там, да. А дальше делали люди, которые штамповали эту кастрюлю, да. Дальше эта кастрюля попала в магазин. Это были продавцы, которые выставили эту кастрюлю. И самое интересное, человек, который пришел, купил именно эту кастрюлю.
неделю. Да? И прямо такое путешествие, конечно, одного предмета. Конечно. И при этом вы знакомитесь с людьми, которые замешаны на этой кастрюле. Угу. Дальше что с этой кастрюлей? Знаете, когда-то в «Веселых картинках», по-моему, была такая хорошая игра. Что можно сделать шляпой, если не быть растяпой? И приведено около, по-моему, 80 примеров, что можно сделать шляпой. Да? Точно так же здесь. Что вы можете по аналогии сделать с этой кастрюлей? Угу. Никуда не надо. Вы пока готовите, дайте вторую кастрюлю, сравните эти кастрюли, понимаете? Ну, выкида... Нет, еще вариант. Дети постарше любят готовить, да? Сюжетно-ролевая игра развивается. Отрезайте кусок морковки себе в суп, ему дали морковку, кидай в суп, да? Угу. Дали, сейчас возможности такие, знаете, пластиковые ножи, они тихонечко пилят. Пока он отпиливает, вы уже... половину борща или щец приготовили, понимаете? Отрезали картошку, и у него суп, и у вас суп, да? И это ведь, смотрите, не только развитие, да, то есть вы формируете какие-то знания, даете знания, это ведь еще и воспитание. Вы готовите девочку или мальчика к будущей жизни, а мы говорим, вот у нас дети не подготовлены. Поставьте рядом, готовьте, понимаете? Угу. А вот смотрите, сейчас есть федеральные образовательные стандарты, да, это очень сильно пугает родителей, и они говорят, вот пока вот мы тут с морковкой, с кастрюлями бегаем с вами, да, мы, наверное, пропустили очень важные вот эти самые стандарты, и ребенок оказывается к школе не готов по какой-либо причине. Ну вот мы все на бытовом уровне вот с вами пели и плясали, всячески там занимались. Вот как тут успокоить родителей, что даже во время вынужденных каникул, просто общаясь со своими детьми, вы ничего не упустите. Вы не упускаете. Понимаете, одно дело усадить ребенка и сказать, давай читай. Да? Угу. Даже если вы смотивируете. А представьте, вашему сыну сколько лет? Который младший, ему 6. 6. Умеет читать? Да. Да. Скажите, он подходит к книжной полке, выбирает, говорит, ага, вот это Жюль Верн, и я возьму его, почитаю, потому что тут круто. А это «Колобок» я не буду читать. Нет, нет, он говорит, мам, давай где покрупнее, я там и почитаю. Смотрите, мотив, да? Угу. То есть ему удобно делать то, что вы хотите, чтобы он почитал, а он подстраивается под это чтение. Что дает такое чтение? Ну, технику, да? Натаскивание. А ведь, понимаете, можно дать знания и, опять-таки, не обязательно учить читать. Нет, я понимаю, что здесь не работает преемственность между школой и детским садом. Ни в одной программе, дорогие родители, не написано обучение детей чтению, да? Но почему-то все учителя начальных классов, когда диагностируют детей, проверяют скорость чтения, поэтому отбирают, ну, вы знаете куда, да, в лучший класс, там еще что-то. Вопрос, зачем? Угу. Да? Чтобы было легче учителю? Я думаю, с одной стороны, конечно, да. С другой стороны, не легче, потому что иногда приходится переучивать ребенка, да. И здесь, конечно, на меня нападок может быть очень много. Я не против раннего развития. Я за разумное развитие, понимаете? То есть, если ребенок хочет читать... Вы знаете, в моей практике была... Наверное, мне повезло. Боженька поцеловал в лобик так и позволил воспитывать одного одаренного ребенка, а второго не воспитывать, а стоять рядом. И вот сейчас эта девочка, я не буду называть, потому что она еще учится, да, она вот в возрасте там 5-6 лет приходила с бабушкой в книжный магазин, тоже не называю магазин, могла садиться между полками, доставать книгу и перелистывать, читать. Вот это потребность была, да? Но ведь многие дети не хотят. Зачем грузить? Сделайте книгу другом, да? Так. А как расскажите, сделать? Как это как сделать? Сделать? Да. Давайте поиграем в простую игру, например. Я вам читаю, вот вы читаете какую-то книгу. Кстати, книги Волкова, замечательная вещь, которая позволяет развить творчество детей, да, не только дошкольника, но и школьника, да, начальную школу. Вы читаете какую-то фразу на проблемной, на ситуации, останавливаетесь, и дальше решение проблемы. Ну, давайте попробуем, например. Давайте. Вот у меня тут лежит... давайте фразу. Пока подросток развивается, ему всегда... Продолжайте. Ему всегда интересно. Еще? Ему всегда есть чем заняться. Пока подросток развивается, ему хочется узнавать все больше и больше. А дальше? Он растет. Да. Он становится интереснее.
Надежда, ну вам легко, потому что вы психолог, да? А вы представьте, задаете такой вопрос, вот я играю с родителями, и родители тормозят, а что дальше, да? Хотя есть гораздо проще предложение. Ну, а тут написано, пока подросток развивается, ему всегда приятно, когда вокруг него много людей. Да? Как здорово. Здорово. Понимаете? И, конечно, такая книга может читаться очень долго. Угу. Да? Но тем она интересна, что у ребенка начинает формироваться свое мнение, своя точка зрения на какую-то ситуацию. Да? Он ее может проговорить. И самое интересное, родитель говорит, да, я принимаю ее. Да? Но автор, а у него есть своя точка зрения, решил, что это так. Угу. Вы скажете это долго, что нет целостности восприятия тогда этой книги. Кто мешает потом эту книгу целостно прочитать самому ребенку? Угу. Отличная методика, да? То есть, в принципе, можно брать любую книгу, начинаешь читать строчку и просишь предложение продолжить. Конечно, конечно. Угу. А вот это то, что касается... Я так понимаю, что мы перешли к младшим школьникам, вот, да? Отлично, давайте пойдем к младшим школьникам. Это у нас возраст какой получается, чтобы мы озвучили? От 7 где-то до 10 лет. До 10 лет. Да? До 11 младшего подростка. То есть уже какая-то база заложена, они уже знают, как варить суп теоретически, как читать книгу. И вот здесь начинается кризис, да? Когда дети первый раз теряют мотивацию к обучению, знаете, да? Я думаю, что в первом классе. Нет? Нет, в первом это у них раш такой. А вот знаете, я наблюдаю детей в первом классе, да, вот второе полугодие, они уже сказали, мне кажется, что я закончил, хотел бы закончить уже учиться. У меня была воспитанница, значит, иду где-то числа 3 сентября, а Иришка пошла уже во второй класс. Такая сложная девочка была. И я говорю, Иришка, ну как ты начала учебный год? Она так на меня посмотрела, вздохнула, говорит, ничего хорошего. Понимаете? Нет, тут все в первый класс еще интереснее. Конечно, дети устают. А устают почему? Происходит отчуждение, да? А вот отчуждение за счет того, что ребенку не дает реализовать основной ведущий вид деятельности игру. Понимаете? А первый класс, мы же отовсюду слышим, что в первом классе, дорогие родители, игровая деятельность осталась позади, это дошкольный период. Ну, вот Аманшвили вот здесь вот приезжал, надо было сходить, наверное, послушать, я думаю, он этот вопрос бы затронул, да. Вы понимаете, ведущий вид деятельности никогда не пропадает, он остается, да. Мне кажется, что даже мы взрослые играем в эти игры с удовольствием. Конечно, а Берн, да, люди, которые играют игры, игры, в которые играют люди, да. Но смотрите, что хочу сказать так? Мы про мотивацию. Про мотивацию, да. Почему, почему тебе? Да потому что ребенок к первому классу уже научился его в одну студию, во вторую студию, да? Он приходит, он уже умеет читать. Есть дети, которые читают там 40, 50, даже 80 слов, да? Ему неинтересно, понимаете? Угу. А тут все снова до ладу. Конечно, он теряет мотивацию. Вот это нестыковочка. Но давайте вернемся к нашим баранам. Да, да. Как бы. Итак, у нас есть с вами возраст. Это начальное школьное звено. Ага. Чем же можно с этими детьми заниматься? Ну, вот сейчас на каникулах. Вот смотрите. Для того, чтобы занять ребенка, во-первых, надо поговорить вообще в семье, да, со всеми членами семьи и выяснить, чем бы они хотели заняться вот в это время, когда они все вместе, да, чтобы не было суеты. Предположим, папа, который работает целую неделю, и, да, он хочет отдохнуть, ему и правда хочется полежать. И он, ну, дайте ему возможность, да, какое-то время отдохнуть, договоритесь об этом времени, да. Значит, найдите компромиссное решение. Но чем можно занять, конечно? Всегда надо иметь какой-то запасной вариант. И я всегда вот студентам говорю, знаете, когда вы готовитесь вот к занятиям, да, имейте не одну игру, а 3 игры. Какая-нибудь да выстрелит, да, если 2 остальные не пойдут. Точно так же здесь. Чем можно заняться с дошкольниками? Вот знаете... Со школьниками. Ой, со школьниками, простите. Вот смотрите, можно я к вам обращусь, да? Да. Вы с сыном давно делали кормушки и скворечники? Наверное, той весной. Прошлой весной, да? Да, прошлой весной делали, да. А вот попробуйте провести такой опрос. Кто сейчас, если это не по указке школы, сделайте кормушки? И дети приносят кормушки, знаете, абы как, да? Абы как. Абы как. Вот, ну, посмотрите, в парке висят. Что можно было удобно, быстренько, чтобы да, было. Да. И галочку поставили, да? Вот папам очень хорошо в этот момент с ребенком сделать какие-то кормушки. Такие стационарные, хорошие, да? С папой сделали. Пусть ребенок постучит, научится, да? Это как раз воспитание, мужских качеств воспитания, да? Или сейчас по весне-то можно как скворечники
делать? И скворее, нет, это, конечно, я вот уцепилась круглый там. Год, да. Да, скворечник, лучше, конечно, скворее. Но, по крайней мере, можно из кормушки еще поделать, да, вот еще прохладно так у нас. Ребенок, во-первых, учится мужской работе. А дальше мама, пожалуйста, пошла... Рассказывать да? про крупы. Чем можно кормить? Чем можно кормить этих пташек? Да, чем можно накормить, что положить, какие птицы полетят, да, для каких птиц это, значит, какие птицы могут скворечник залететь, да, ведь не только скворцы могут там поселиться, понимаете? Конечно, воробьи с удовольствием там живут. То есть стоит ли делать глубокие, стоит ли делать мелкие, да, как сделать шесток, для чего шесток? То есть вот такие вещи очень интересные. Ну и там дальше можно вообще даже, например, мы с сыном слушали, включали, смотрели картинку и включали как звучит и как поет тот или та или иная пташка, понимаете, конечно, да? Конечно. Это тоже очень удивительно это и интересно. Развитие да? ребенка, да, развитие фонематического слуха, понимаете? Кроме этого, ну, моя любимая арт-терапия, конечно, да, вот здесь, ну, поле немерено, да, не пахано из ней, вернее. Все что угодно. Возьмите, сделайте монотипии. Вот очень люблю монотипии, потому что можно использовать. Ребенок делает отпечаток на стекле, да, ну, поищите в интернете, там очень много способов да, этих можно, можно даже стекло, оргстекло, да, сделать, там, чтобы... Там если... оргстекло, бутылка. Монотипия – это отпечаток вообще за счет камня, бутылки, ткани. Вот знаете, есть такой гипюр объемный, да, можно делать. Все что угодно. А все, что нужно, это всего лишь какой-то материал, краска и бумага. Конечно. А дальше наделали монотипии, и дальше этот результат можно использовать как угодно. Вы можете это использовать для фона коллажа семейного, да, вы можете, предположим, вдруг у кого-то день рождения, сделали фон монотипия, потом сделали коллажи, да. Вы можете сделать семейную газету «Как я скучал дома» или «Как я не скучал дома». «Как или я провел вынужденные каникулы». Да-да, а были ли рядом родители и так далее. Да? То есть это очень много способов различных. Дальше можно делать, понимаете, можно вместе рисовать. Да? То есть вы по принципу вот пятна рожках, да, ну, отпечаток делаете на одной половинке листа кляксу, второй половинкой сгибаете лист, прикладываете. И дальше два пятна. Попробуйте. Один рисунок будет хорошее в маме, а другое что-то в маме нехорошее. А почему бы критику не допустить? А почему бы, да, действительно. А второй рисунок сделаем. Хорошее в тебе и хорошее в маме соотнесем. Плохое в маме и плохое во мне, да? А сюда можно еще и папу, и старшего конечно, брата. Конечно, а потом бабушку и дедушку, и тут получается угодно, очень да. интересная а потом история. Родители, так хорошо, да? Главное в этом процессе не подраться. Нет, почему? Кстати, вы не правы. Подраться можно. Кстати, хорошая вещь снимает стресс, да, потому что ребенку тоже нужна разрядка. Если вы никуда не ходите, то младшему школьнику что-то надо выплеснуть. Кстати, мы забыли сказать, когда ребенок теряет интерес. Так вот, он не в первом классе теряет, он теряет к третьему классу. Читать научился, писать научился, считать научился. Так. Территорию начальной школы освоил, а что еще в школе-то делать? А что еще да? в школе делать? Всё, тут, а еще надо 7 лет, да? Да-да-да, еще 7 лет. И вот здесь как раз можно занять, да? Так вот, по поводу нашей драки я возвращаюсь обратно. Знаете, опять-таки, в свое время идею подали менеджеры, которые, ну, опять-таки, использовали такие... Игровые приемы? Игровые, нет, не приемы, игровые мечи самурайские, и вот они в перерывах как бы дрались на них, да? И я когда подумала, а почему мечи? У нас вообще наша дубинка русская, да? И мне приятельница швея, она мне сделала дубинку, из ткани от дивана. Такая мягкая, да? Мягкая, да. Ага. Значит, мы ее набили поролоном, плотно-плотно, очень плотно, потому что поролон потом уседает, да, и он неудобный. Сделали такую веревочку на руку и периодически устраиваем бои. Кстати, я дома в свое время, когда дети были маленькие, устраивала. Но есть определенные правила. Нельзя бить по лицу, да, можно по ногам, попе, туловичу, но не по лицу, не по груди, вот, да, как бы. Вы знаете, замечательно. То есть такая своего рода эмоциональная развязка, конечно, да? Конечно, конечно. А ребёнок... при этом еще приговаривать, я тебе, вот тебе, за двойку, за плохой борщ, за недосоленную картошку. То есть поменяться ролями, да? Конечно, конечно, конечно. Вот в форме такой игры можно выплеснуть все те вещи, которые накопилось у ребенка.
ребенка и у родителей, да, в игровой форме. Но как мы с вами будем поступать с детьми, которые у нас подрастают? Это уже среднее такое среднее звено. Да? И они уже, знаете, ведь подходят к этому возрасту, правильно сказали, уже мотивации никакой, в принципе, нет. Или же она появляется, но это тоже такая особая порода ребят, такие, знаете, которые знают, чего они хотят, достигают. Ну вот они сейчас, какие бы они ни были, они сейчас дома. Вот с учебниками. Здесь надо, знаете, как разделить, наверное, на подростков и тех, кто уже переходит в возраст юношества. Угу. Да? Подросток вообще категория очень интересная. Их даже детьми уже не назовешь, да? Они, с одной стороны, хотят, чтобы их погладили, чтобы их выслушали, а с другой стороны, не учи меня жить, я сам понимаю, да, отрывают руку. И, конечно, вот это очень сложно. Но, опять-таки, смотрите, о чем мы говорим. Если вы с детства с ребенком разговаривали, если вы с детства с ребенком общались, естественно, он всегда желает с вами разговаривать, да? Даже если он говорит: мам, ты ничего не понимаешь. Да? Но ему хочется иногда поговорить. Здесь очень много, даже если вы это не успели сделать, есть моменты, которые вот я всегда родителям советую. Возраст подростка – это вот ведущий вид деятельности, опять интимно-личностное общение. Да? Не тот интим, о котором вы думаете, кстати. Это я называю интим, чтобы понимали родители, это шушуканье. Да? Помните, в детстве, в подростковом, ему хотелось о чем-то пошушукаться с подружками, о чем с мамой вроде бы и не поговоришь, а знать хочешь. Да? Значит, ну или договориться, с кем против дружить будем. Ну, хорошо, да, пусть да, так. Да. В подростковом периоде это тоже важно. Какая-то клановость, какая-то такая там избранность, еще чего-то. Вы знаете, даже в детском саду не договариваются, с кем будут, а с кем нет. Так что здесь, пожалуй, немножко вот это шушуканье. Поэтому, вы знаете, если вы еще не смогли как-то выстроить отношения, есть очень хороший прием. Вот я всегда говорю, имейте всегда... ну, где-то в заначке конфету, которой у вас нет на столе, да? То есть на столе вот обычная конфета, а это необычная. И она одна. И если у вас вот, ну, девочка особенно, вы говорите: слушай, у меня единственная конфета, пока мелкий в детском саду, давай-ка мы с тобой чайку попьем с этой конфетой, да? Я всегда предлагаю, например, научить ребенка пить хороший чай, да? То есть вот это шушуканье как раз... Помните, как реклама там, чего у нас, Лисма или была? Нет, какой чай рекламировали? Давай, говорит, посидим, да? Пообщаемся. Так вот, реклама была достаточно хороша. Простите, не знаю, вообще не знаю, как вот это чай реклама. Ну да, и рекламой заниматься нельзя. Да, но реклама нельзя, да, в эфире. Вот, вы понимаете, очень хорошо заварить чай, да? Во-первых, вы приучаете к культуре вот этого чаепития, да, раз. Потом к культуре общения. Да, что общаться можно не за рюмкой в будущем, да, а за чаем, когда вы пьете, это хорошо, да. Не спеша, рассказывая друг другу то, что ты чувствуешь, или просто о чем думаешь. Да не надо даже рассказывать, молча. Молча, отлично. Подростку иногда надо помолчать. Но быть рядом. Но не лезьте к нему. Да? Ему достаточно попить чай молча, не приставайте. А что там у тебя с Мариной, да? А чего там Марья Ивановна сказала? Вот это искусственный разговор, он претит ребенку. Поэтому... То есть нужно быть просто рядом, конечно, чтобы он это ощущал. Дальше, помните, мы говорили про скворечники, да? Так ведь скворечник-то может сделать старший брат с младшим, правда? Да, если конечно. Есть это. С удовольствием. Даже если вот папа не может, а попросить в это время сделать. Девочек, да и почему девочек? Мальчишек можно занять. Скраббукинги сейчас сделать, да? Достаточно интересные, тематические их можно делать. Ну, хорошо, мотивируйте. Пусть у бабушки день рождения через полгода, но пока ты делаешь, мы его заранее сделаем, положим и подарим. У тебя сейчас есть время сделать ей подарок своими руками, да? Сделать фотоальбом, предположим. Кстати, вы знаете, что у нас сейчас дети очень любят фотографироваться, да? Устройте фотосессию дома. Устройте фотосессию. Причем вы то знаете... То есть хорошее, свободное время, да, и конечно, профессиональное? Конечно, время свободное. Или непрофессиональное, достаньте, любительская фотосессия? Достаньте вещи, которые вы уже не одеваете, которые еще не выбросили, но им 10-20 лет, да, там, которые можно использовать и сделать черно-белую фотографию, да, потом ее отредактировать. Такие вещи можно классно делать, да. Кстати, ну, вот у нас же есть направление фототерапия, да, как использовать фотографию в работе, ну, с клиентом,
клиентам, но у нас тут не... Да дети тоже клиенты. Сейчас на меня коллеги, наверное, ополчатся. Но, тем не менее, мы можем использовать фотографию. Конечно. Да? Мы можем использовать вырезанную фотографию в том же песке, но дома не бывает песка. Пожалуйста, насыпьте манку. Вот вам вместо юнговской песочницы российская... Тазик с манкой, да, и маленькие-маленькие игрушки. Игрушки, фотографии, которые вы можете расставить и разобрать какие-то конфликты, да. Кроме того, но опять-таки попробуйте замечательная вещь. Смотрите вместе фильмы, да? Да. Ничего не надо говорить. Сядьте на диван. Комментировать, да? Тоже не ни надо, в коем случае. Не надо, не надо, да. Потому что они скажут, ты ничего не понимаешь, да. Хотя иногда можно и прокомментировать, и тогда возникнет спор, да. Угу. Чем хорош просмотр фильма в этот момент? Вы можете остановить, поспорить, да? А потом снова включить. Продолжить. Понимаете? Угу. То есть запросто, если вы смотрите с помощью компьютера или еще что-нибудь. Пожалуй, отличные рекомендации. Вещи, да? А скажите, вот, например, совместный досуг в таком возрасте, например, куда-то собрались вместе, поехали даже в лес там погулять, да? Вот это, знаете, часто тоже бывает, клиенты говорят, да? Вот мы выехали в лес, да? Подросток или там, ну, девочка, мальчик, независимо, руки в карманы и на расстоянии от нас. Вроде нормально ли это? Я говорю, да, это нормально. Конечно, да? Ему надо уединиться. Вы же его заставили, вы его воспитали хорошо. А ему что делать? Он вас боится бить. Он с вами... Вы хотели, он сделал. Ну так не цепляйтесь там с ним, да. Понимаете? Что еще надо? Я же гуляю с вами. Помните фильм «Москва слезам не верит», когда говорят на дачу, да, и там сыновья-то. Мама родная опять на эту дачу, да? То есть... Вспоминайте, никто из вас не любил с родителями в этом возрасте ходить на дачи, ходить еще, ну нет, были, бывают, клиенты приходят, говорят, я до сих пор с мамой, вот, женщина уже взрослая, с мамой в отпуск. Сказали в сад, значит в сад. В сад, да, сказали с мамой в отпуск, значит с мамой. Но это уже другая история, потому что в подростковом периоде это все-таки нормальное явление, когда ребенок абсолютно себя, да, дистанционирует от абсолютно родителей. Абсолютно, даже если он закрылся в комнате, не надо лезть, значит, ему надо уйти, знаете, как премудрому пискарю что-то обдумать, да? Не надо насиловать его вот по поводу того, что вот ты сидишь за компом. Наши дети получают много информации. Я не скажу, что компьютер – это хорошо, но они получают много информации. Но я думаю, у нас время подходит, наверное, остались у нас... Да, давайте поговорим о... Более старше, да? Более старше, да. Это как раз вот те ребята, которые уже они одной ногой вот в этой взрослой жизни, но, тем не менее, еще остаются нашими детьми. И вот здесь проблема, понимаете? Проблема та, что если вы ребенка научили нуждаться в вас как в партнере, это хорошо. Но ведь есть дети, которые никому не нужны, понимаете? Здесь сложно. Что бы вы им ни предложили, тут нужен авторитет, который действительно сможет их заинтересовать. Но где этот авторитет? На улице, во дворе, да? В доме, неизвестно. Проще, конечно, с теми детьми, которые, ну, не доставляют проблем родителям, да. Здесь можно говорить о многом. Да и с теми ребятами, конечно, вообще надо со всеми детьми разговаривать, понимаете? Мне просто жалко тех детей, кому не с кем поговорить, да, кому некому обратиться или получить какие-то, ну, хорошие знания, манеры. Куда можно, вот смотрите, родительство, оно ведь тоже такая штука непростая, да, и, например, если родитель понимает, что он пропустил какой-то определенный этап, то это ведь не повод, что опускать руки, нет, да, конечно, ты всегда можешь попробовать наладить эти детско-родительские отношения. Во-первых, подсказать ребенку, куда обратиться, в том же интернете, и тогда ребенок говорит, надо же, какой-то продвинутый, да, например, вот, у нас есть сайт TED, да, это расшифровывается как технология разрешения дизайн, да, класс. Классный такой сайт, причем там даны рекомендации, например, как делать презентацию в стиле TED, да, значит, вот 9 лучших там выступлений. И там есть такие замечательные вещи, вот я для себя даже нашла для студентов, да, например, создать историю личную, создать историю о других людях, чей опыт можно перенять, да, там история об успехе или провале, предположим, какого-то продукта, бренда,
семейного дела и так далее. И это достаточно интересно, понимаете? То есть вы прочитаете у детей то, что сами никогда не думали, понимаете? То есть есть замечательные вещи. Ну, и если вы ребенку подскажете, ну, уже молодому человеку подскажете, что в любой вот такой... истории есть злодеи, есть герой, да, то есть это уже трис, випольный анализ, герой, искуситель, да, и жертва. Можно делать классные вещи, да. У меня, опять-таки, вот сказкотерапия, когда студенты пишут сказки по заданным темам, да, у меня их накопилось очень много, такие интересные вещи, философские надо сказки. Надо издавать. Да, и когда я студентам говорю, ну вот, последний раз на пенсию выйду, издам, не получается никак. Кстати, вот эти вынужденные каникулы, свободные время, да, это хорошее время для того, чтобы, например, детям самим попробовать написать ту или иную книгу, тот или иной рассказ. Предложите, если тем более вы будете готовы поддержать и издать ее. Да, издать ведь можно совсем маленьким тиражом, правда? И, например, подарить всем родным и близким или одноклассникам. Нет, это или учителям. Это замечательная вещь, понимаете. Иногда казалось бы, ну что вот учителю подарить? Господи, мне кажется, вот в возрасте уже и родители, у них все есть, да? Меня удивлял раньше вопрос к маме, когда я говорю, мама, ну, что тебе хочется, например? Говорит, да ты знаешь, у меня все есть. А сейчас я понимаю, ну, действительно все есть. А когда ты получаешь сделанное что-то своими руками, слушайте, это замечательно. Это очень важно и ценно. Да. Так что... Спасибо большое. Сегодня мы говорили с Королёвой Оксаной Леонидовной о том, как же вообще провести с детьми интересно вынужденные каникулы в современных реальностях. Спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Мне тоже было очень приятно. До свидания. До новых встреч. Практическая психология.